обычная трагедия с обычного. Оно создает иллюзию того, что оно событие встречи для двоих, а на самом деле только для одного оно является событием. И тот первый включается на всю свою силу и мощь в надежде на сбытие и уверенности, что и второй в игре. Но потом оказывается, что весь этот спектакль был только для одного, и вся его энергия, сила и мощь послужили питательной пищей события, и не более того. А тот второй все время в недоумении, что это происходит с первым. Он какой-то не такой, был нормальный человек, а теперь человек-чудак. Ну его, лучше постоять в сторонке или пройти мимо. И почему он не кричит? Посторонись. Так что события встречи – тот еще манипулятор, режиссер, маг и пожиратель энергии одного, того особыченного, которому оно постучалось осенним ненастным вечером. Обычная трагедия особыченного.